сказал старый жрец: «Скажи нам о религии». И он сказал так: «Разве я говорил сегодня о чем-нибудь еще? Разве религия – это не все ваши дела и все их отражения?» И тот, для кого молитва – это окно, которое можно открыть, но можно и закрыть, еще не посетил дом своей души, чьи окна простираются от зари до зари. Ваша будничная жизнь является вашим храмом и вашей религией. И всегда, когда вы входите туда, берете с собой все, что у вас есть. Возьмите с собой и плуг, и наковальню, и молот, и лютню, все те вещи, которые вы создали по нужде или для наслаждения. Потому что в молитвах своих вы не сможете подняться выше своих достижений или упасть ниже своих неудач. И возьмите с собой всех людей, потому что в их молитвах вы не сможете не взлететь выше, чем их надежды, не унизить себя ниже отчаяния их. И если вы узнаете Бога, не ждите, что Он ответит на ваши вопросы и поправит все ваши ошибки. Лучше посмотрите вокруг и увидите Его играющим с вашими детьми. Вы увидите, что Он улыбается в цветах, а потом поднимается и шевелит руками своими в деревьях. Джибран Халил Джибран. О религии. Мировой архитектуры особое место занимают творения мусульманских зодчих или исламская архитектура. С момента своего возникновения одним из основополагающих принципов которого стала полезность, она открыла путь широкому использованию достижений, опыта и традиций завоеванных цивилизаций, что способствовало быстрому овладению мастерством, успешному развитию инженерной мысли и нового строительного искусства. В основу исламской архитектуры легли расчеты восточных математиков, философов, инженеров, словом, все наработанное восточной культурой богатство мысли. Исламская архитектура своим рождением обязана развитию религиозных обрядов и исламского образа жизни. И первым культовым сооружением ислама стала мечеть, место, где свои молитвы люди обращали к Аллаху. Архитектура мусульманских святынь – яркая страница мировой культуры. Следуя религиозным канонам, создатели мечети при этом воплощали в их облике и украшения еще и национальные традиции, дух времени, способствующую индивидуальности. Только так, собственно, и рождаются шедевры. С развитием и распространением мусульманской религии сложились такие специфические архитектурные типы, как медресе, маристан, ханака, мазар-мавзолей или культовый комплекс над могилой, наделенного ореолом святости мусульманского богослова, наставника или мученика-шахида. Ранее исламская архитектура была предельно проста и функциональна. Образцом для устройства соборных мечетей послужил дом пророка Мухаммеда в Медине, двор которого при его жизни использовался для коллективных молений, а после его смерти был преобразован в мечеть пророка. В возведенных в 660-х годах на юге Ирака, в Басре и Куфе, в больших мечетях под названием Джами Аль-Кабир, открытый квадратный двор был окружен галереями на столбах и колоннах, несущей плоскую кровлю. На стороне киблы несколько рядов колонн образовали глубокий портик-навес, который служил молитвенным залом. Такой тип молитвенного здания, широко распространенный в арабских странах, получил название колонной мечети. На востоке исламского мира в XI-XII веках колонны мечеть вытеснили здания айванного типа. В центре каждой стороны прямоугольного двора внутри такого здания возвышается подобный глубокой нише сводчатый зал айван, по сторонам которого тянутся лоджии, будто эхом повторяющие его форму. В архитектуре мусульманского Востока сводчатый айван, встроенный в высокую прямоугольную раму, приобрел универсальное значение. Он служил молитвенным залом. На протяжении полутора тысячелетней истории исламская архитектура обогатилась многими нововведениями. Однако архитектурное исполнение мечети может быть весьма различным, но существуют два обязательных элемента – михраб, то есть направление на Мекку, и
минарет, высокая башня, находящаяся рядом с мечетью. Несомненно, что каждый регион мусульманского мира внес свой вклад в развитие исламской архитектуры и подарил человечеству прекрасные сооружения. Древнейший тип мечети распространился с исламом из Аравии и удерживался до османской экспансии XVI века. Арабская мечеть представляет собой прямоугольный или квадратный двор по периметру, обнесенный аркадой или галереей с примыкающим ко двору молитвенным залом. Под влиянием византийской архитектуры турки-османы в XV веке создают тип многокупольной мечети. Мечеть такого типа покоится на колоннах и украшена многочисленными куполами с одним центральным. Внутренний двор обнесен галереей, во дворе находится пруд. Отличаются исламские мечети тонкими минаретами и коническими фонарями. На персидский тип мечети сильно повлияла архитектура доисламской Персии. Это выразилось в широком исполнении айванов и куполов. В персидской мечети двор со специальным бассейном для омовения по периметру обнесен галереей с айваном. Исламскую архитектуру можно определить по следующим компонентам. Большие купола, минарет, большие дворы, использование геометрических форм, использование симметрии, раковины и фонтаны для ритуального умывания, михраб, направление на Мекку, использование ярких цветов, внутренняя часть здания более выразительная, чем внешняя, отточенные арки в виде подковы, сотовый свод, машрабия, балкон из кирпичей или выгравированный из дерева, позволяющий смотреть на улицу, но не быть видным. Мечеть в истории ислама, основоположником которой явился святой посланник Божий, была мечеть Коба. Самая древняя Саудовская Аравия и в мире мечеть Коба расположена в пригороде современной Медине в Саудовской Аравии и представляет собой заново построенное сегодня современное здание. А главная мечеть во внутреннем дворе, которая находится Кааба, самая священная мусульманская реликвия, расположена в Мекке. Строительство первой мечети около Каабы относится к 638 году. Ныне существующая мечеть известна с 1570 года. За время своего существования мечеть неоднократно перестраивалась, так что от первоначальной постройки мало что осталось. Последняя реконструкция мечети происходила в конце 1980-х годов, когда к ней с юго-западной стороны пристроили огромный корпус с двумя минаретами. Именно в этом корпусе находится теперь главный вход в мечеть – ворота короля Фахда. В настоящее время мечеть Харам – это огромное сооружение площадью 309 тысяч квадратных метров. Мечеть имеет 9 минаретов, высота которых достигает 95 метров. Кроме четырех ворот существует еще 44 входа в мечеть. В здании действует 7 эскалаторов. Предусмотрено специальное помещение для молитв и совершения омовений, которое делится на мужские и женские. Мечеть вмещает одновременно до 700 тысяч человек. Правда, при этом верующие размещаются даже на крыше здания. А самый знаменитый образец исламского зодчества – Тадж-Махал, мавзолей-мечеть, которая находится в Агре, Индии, на берегу реки Джамна. Он построен по приказу потомка Тамерлана, императора великих моголов Шах-Джахана, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах. Позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан. Тадж-Махал считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы персидского, индийского и исламского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепринятых шедевров наследия, которым восхищается во всем мире. Современная исламская архитектура – это богатство, роскошь, смещение стилей и удобство.
Примером может послужить соборная мечеть Кул-Шариф в Казани, столице Татарстана. Основные идеи, заложенные в художественный образ мечети – возрождение государственности, мемориальность, память о защитниках Отечества. Купольное здание с четырьмя минаретами по углам – центр всей композиции. Символически воссоздает разрушенный много веков назад аль-Кабир города Булгар – древний символ поволжского ислама. Кроме того, в многоминаретности нашла свое отражение легенда о восьмибашенной мечети XVI века Кул-Шариф. Нынешняя мечеть Кул-Шариф смотрит в сторону Мекки, как и положено. Купол выполнен в виде ханской шапки. Архитектурный стиль в целом выдержан в лучших традициях, тысячелетних традициях исламского зодчества татар. Своим появлением это здание изменило не только градостроительную композицию Казанского Кремля и художественный образ всего исторического центра Казани, но и обозначило поворот в сознании жителей Татарстана. Новая мечеть Кул-Шариф – это не просто мечеть и даже не просто главная мечеть. Это новый символ Казани и Татарстана, притягательный центр для всех татар в мире. Это вектор, направленный из прошлого через сегодняшний день в будущее. С ее возникновением архитектура татарской мечети обрела новый образ – общегородской аль-Кабир, утраченный 4,5 столетия назад. Исламская религия пришла на территорию Северного Кавказа в 642 году. Арабы-мусульмане, пройдя через территорию современного Азербайджана, вступили на землю Дагестана. Одной из самых старых мечетей в России считается Джума-мечеть в Дагестане, основанная в 8 веке. Именно эта мечеть считается отправной точкой исламизации России. Сегодня Джума-мечеть в Дербенте находится под охраной ЮНЕСКО. Джума расположена в центре старой части Дербента и состоит из целого комплекса архитектурных ансамблей древнего города. Строительство мечети датируется 733-734 годами. Дербент – древнейший дагестанский город, старейший и самый южный в России. Когда-то в каждом его квартале была мечеть. Из сохранившихся в настоящее время самое важное и древнее – это соборная Джума-мечеть. Говорят, что именно из ее стен началось распространение ислама на Кавказе. На древнем здании заметно изображение ладони – это рука Фатимы, шиитский символ. Пять пальцев символизирует пять членов семьи Мухаммада и пять столпов ислама. Поскольку мечеть древняя, ее планировка отличается от современных. Нет женских балконов на втором этаже, женская половина находится сразу за мужской. Хотя оказалось, что женщины не совершают намаз в мечети, только дома, и не слушают проповедь. А потому и приготовление обеда для совершивших намаз тут истинно мужское занятие. 17 октября 2008 года в Грозном была открыта мечеть имени первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова. «Сердце Чечни» – так называется комплекс, куда входит мечеть. Эта мечеть на сегодня является самой крупной в Европе и одновременно может вмещать в себя около 10 тысяч верующих. В комплекс еще входят Духовное управление мусульман Чечни, Исламский институт, медресе, библиотека и общежитие для студентов. В качестве основы дизайна использована голубая мечеть в Стамбуле. При строительстве мечети были использованы новейшие технологии. Наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшим мрамором – травертином, а интерьер храма обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара-Адаса в Мраморном море. Расписывали мечеть мастера из Турции. Для узорной росписи использовались синтетические и натуральные краски со специальными добавками, благодаря чему, по словам специалистов, мечеть сохранит цветовую гамму в ближайшие 50 лет. Для написания узоров и аятов из Корана мастера использовали напыление золота высшей пробы. В мечети установлено 36 люстр. 27 из них имитируют мечеть Кубату-ас-Сахра в Иерусалиме. 8 сделаны по образцу мечети Равзату-Небеви в Медине. И самая большая, 8-метровая люстра, повторяет по формам святыню Кааба в Мекке. На создание коллекции ушло несколько тонн бронзы, 2,5 кг золота высшей пробы и более 1 миллиона деталей. Люстры имеют чеченский орнамент, который специально подбирался дизайнерами.
люстры изготовлены из кристаллов Сваровски. Молитвенная ниша в стене мечети Махраб 8 метров в высоту и 4,6 метра в ширину, изготовлена из белого мрамора и обращена в сторону Мекки, указывая верующим направление во время молитвы. Интересная история появления суннитской мечети в городе Владикавказе. Впервые такую просьбу высказала мусульманская община города. Однако прошение не было рассмотрено. После чего татары, служившие в царской армии, обратились к своему начальству с просьбой разрешить при гарнизоне строительство мечети. Просьба была отклонена. Весной следующего года уже мулла 20-й пехотной дивизии обратился к начальнику Тверской области. Просьба та же, впрочем, и ответ тот же – отказать. В 1866 году просьба была направлена уже великому князю, наместнику Кавказа. Просьба была рассмотрена, разрешение получено, однако средства на строительство мечети выделены не были. И мечеть во Владикавказе появилась уже в 1900 году, и построена она была на личные сбережения граждан-мусульман, проживающих во Владикавказе. Другая версия, татарская, начало строительства мечети связывает с именем владикавказского приходского мулы Ратимкулова. Он привез из Стамбула проект строительства мечети. На призыв собрать деньги, необходимые для строительства, откликнулись 60 дворов татар и 15 кумыков. Денег на завершение строительства не хватало. Положение спас бакинский миллионер Мухтаров, на средства которого строительство культового здания было завершено. Мухтаров подарил мечеть мусульманам Владикавказа, уроженкой которого была его жена Лиза, дочь генерала Туганова. Татары горды тем, что в 1934 году, когда горсовет принял решение снести Суинскую мечеть, командир 25-й роты 84-го кавалерийского полка Виткенев приказал своим землякам-однополчанам с оружием встать на защиту мечети. Власти вынуждены были уступить и придать мечети статус памятника архитектуры. Времена советской власти не самым лучшим образом отразились на мусульманских святынях в Кабардино-Балкарии. Из дореволюционных построек сегодня в республике сохранились только две мечети, которым более 100 лет, в селении Исламия Баксанского района и Гунделени. Все остальные построены заново в период с 1990-х годов по сегодняшний день. Общее количество мечетей – это 145. Из них на сегодняшний день функционирует 137 мечетей, то есть уже завершенные работы, и на стадии строительства, на стадии завершения у нас 8 мечетей. К мечети, скажем так, особых требований не предъявляется. Единственное требование – верующие прихожане должны становиться в обязательном порядке, когда становятся на молитву, в направлении Каабы. И если это условие соблюдается, то других особых архитектурных излишеств мечети не требуется. Главная соборная мечеть в Нальчике построена была в 2004 году на личные средства главы Кабардино-Балкарской республики Арсена Конокова. Начато строительство исламского образовательного центра имени Анаса Хаджи Пшихачева в Нальчике, камень в основании которого был заложен год назад. Каким он будет, в каком стиле будет построен? Проект религиозного образовательного центра включает в себя фактически две очереди. Первая – это университет исламский, административный корпус ректората с духовным управлением и корпус общежития со стороны. А вторая очередь – это, собственно, сама мечеть на 3000 прихожан с большой площадью между этими двумя сооружениями. Все сделано по канонам ислама, в лучших традициях черкесской исламской архитектуры. Ну и, соответственно, нормы ислама тоже соблюдены. Направление строго, ориентация молитвенного зала, все вспомогательные помещения сделаны в соответствии с канонами. На днях откроется после капитального ремонта мечеть в селении Кенджа. Без архитектурных излишеств, но прост и величав в своем облике. В последние годы исламская архитектура вышла на новый виток развития. Кроме традиционно исламских государств и Кавказа, он получил развитие в Европе и на Западе, особенно в Великобритании. Так может, не надо изобретать чего-то нового, а следует вспомнить и использовать создание архитектурного образа города, новых строений, все самое лучшее, что создано ранее, в том числе и исламскими зодчими.